Всем здрасте, ребят! Сегодня мы играем за Бубаса. Карта у нас психлечебница, и Бубас у нас будет от земли. Что-то мне понравилось от земли немного играть, не знаю, наверное, это плохо. Но за Бубаса это сделать не так легко, как за Нюрсу, поэтому решил попробовать за Бубаса это сделать. Так. Первое есть. Хорошо, первое есть. Вторая есть. Так и знал, что нужно брать перк несокрушимый. Ну что такое? Ой, не несокрушимый, а перк этого. Ну вы поняли. Так, он сейчас будет прыгать. Ага. Пойдем дальше. Так, второй есть. Чувак встал на стычке. Хорошо. Хорошо. Так, сюда. Может, тот же Генчик чилит, как думаете? Подняли их. Печально. Печально. Нам в эту сторону нельзя ее гнать. Тя, хорошо. Давай вот так сделаем. О, она перетянулась. Это замечательно. Хорошо. Челы полечились, потратили время. Пойдем Генчик откатим пока. О, Эйси. А бежать-то здесь некуда. Это печально получилось. Ну, я бы сказал, очень печально. Они в пати, что ли, сидят? Угу. Эйси, ты упадешь. Ты посмотри, что делает, а? Демон просто. О, засранец. Ну, чувак понял, что я от земли буду играть. В целом, это очевидно. Че, ждал с нужной стороны. Но здесь только окно остается ему обыграть.
Так. Здесь никого. В центре, наверное, чинит. Он сразу ползает. Неужели у него тоже перк, выдержка, или как он там называется? Угу. Попытка, походу, у нас от земли будет неудачная. Так. Очень тяжело их искать. Просто невероятно тяжело, я бы сказал. Непонятно абсолютно, где они могут быть. Они могут быть вообще везде. О! Вот здесь может быть кто угодно. Они причем сразу взялись за генераторы. И везде, видите, на генераторах по процентов 60-70. Ха-ха! Ну не сказка ли? Откуда просто? Откуда? Ребята до этого не чинили. Ой, хорошо. Еле достали, но хорошо, пойдет. Вон, видели, видели следы. Спринт откатило. Засранка. Угу. Да ладно, вы видели кровь? Вы видели кровь? Кровь была. Я по ней попал, то есть. Забавно. Забавно, офигенно. Игра просто шик. Орешек, да? Понятно. Просто да-да, пошел я нахер с этим, конечно. Угу. Пойду за тобой, тебе вроде как бежать некуда. Так. Давай, давай сюда, дорогой. Ща! Вы понимаете прикол? У двоих адреналин просто срабатывает. Ай, красота. Киберкотлетки. Так. Но мы выехали душить. Угу. То есть ей так повезло сильно, да? Так, Эйса подняли. Так, хорошо. Может быть, мы камбэкнем? Нет? А, другие ворота открывают, да?
Все, Эсик, пора сваливать. Окей. Черт. Одну поднял, сейчас вторую поднимет. Ну, блин, плохая игра от земли. Ну придется тебя поднять, придется. Ты уже в воротах. Так, двое было здесь. Ну ты вообще дурак. У меня прям слов нет. Я в шоке. Зачем? Что он хотел показать? Что они смогли вычленить против Бубаса или что? Ой, ладно. Я хотя бы попытался за Бубаса это сделать. ГГ? ГГ. Это просто. У меня слов нет вообще. Вообще вот.